Более 260 молодых людей сдадут ЕГЭ в основной период экзаменов с мая до конца июня. Первыми старшеклассников тестировали по географии и информатике. Следующим этапом стала математика, базовый уровень, который сдают все выпускники, и профильный уровень, усложненный для поступающих в специализированные вузы. В горячем ключе в основной период сдачи ЕГЭ организовано два пункта проведения экзамена на базе первой и третьей школы. На экзамене у старшеклассников при себе только паспорт, ручка, вода и, конечно, знания, которые они продемонстрируют в ходе ЕГЭ. Следующий обязательный экзамен для всех выпускников – русский язык. Его школьники будут сдавать 6 июня, что достаточно символично. Это день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.